Да, всем еще раз привет на ютубе. Продолжаем приходить на Макса. Едем сейчас убивать главаря на этой локации. Одного из самых крутых. Сложность 3 из 5. Я думаю, будет интересно. Че ты пальцем показываешь? А, ну этот, видимо, голым с вами тоже поздоровался. Рукой помахал. Давай, поехали, поехали. Правда, я бы сначала, знаете, что сделал? Я уже, конечно, так рядом. Но я бы вот вернулся за патронами. И за ножами. Потому что без этого всего нападать будет реально тяжко. Ну, а я еще и водохранилище могу построить. Все, и потом вернемся. Вот он. I'm glad for you. Давай. Все? Да. Ну тут еще одну штуку, ну чтоб опарышевую ферму завершить. А нам сейчас главарю, нам это пока. Экспект. Но я эту базу почти полностью улучшил. Эй. Спасибо. Посмотри сейчас на карте, там задание внизу тебя. Я, наверное, пока я на базе был. Так вот, нам сюда надо ехать. И я могу самое ближнее... Блин, из крепости поеду, походу. Ну да, ну без запасов реально жопа бы была. Сейчас мы и крепость разрушим нашей этой пукалкой. До свидания. Вон она, виднеется статуя. Там, наверное, какой-нибудь крутой главарь, ну, который прям в честь себя эту статую воздвиг. Посмотрим, что он нам предложит. До этого я, по-моему, только одного босса убил. Давай, 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 они уже там приближаются к нам. И реально, моя нитра нисколько мне не помогает подальше от них уехать. Сыкнули. Ё-моё. Твою-т налево. Вот это база. Чё-то мне кажется, тут не просто главарь. Тут вообще забей чё. Охренеть. Охренеть. Давай, за снайперка надо сесть быстро вынести их. Кто еще? Ну там справа какой-то был, но его отсюда уже не увидеть даже. Ага, вот зато что могу увидеть. Нет, так не снесется. Нет, так не снесется. Выходи давай. Господи. Же реально там конченый какой-то. Почти все хп мне вынес. Мне еще миллиард людей тут убить надо. А, думал, я пью, да? И хотел убить легко.
Так, наверняка мне канистра не просто так дана. Сколько тут лома? 9 штук. Ах, тяжело придется, нам тяжело. Слышу прям целую толпу народу, которая орет. Мне все это бить надо. Да пипец! Мне же вообще здоровье терять нельзя. Он еще и своих подбил. Добью. Не буду за точку тратить. Нож вернули один. А, она даже не долетела. Он там еще наверху одна, но я думаю, так же забью. Я тут заблужусь. Еще кто-то есть. Так, патроны, если что, смогу восполнить. Может, кто-то наверх, что? Да, я на самом верх так попаду. И тут лесенка к секретке. Ну вот мне в принципе нравится, как эти выглядят локации тут. Много уровней, постоянно доходить. Он просто мечтает о том, чтобы меня убить. Все, самого психованного убили. Осталось этих добить. Надо, чтобы кто-нибудь с оружием на меня напал, я бы его сконтрил, забрал оружие. И этим же оружием бы их всех побил. Сейчас вас могу собрать, ребята. Немного лома. Столько-то мусор. Ну, патрон потратил. Вернул. Теперь зарядись. Нет, не будешь. Вон. Тут психопат, по-моему, больше не будет огнем пулять. А, зря я, наверное, воду потратил. Еда была. Но я, блин, об этом не знал. Вот там чувак решил главаря мне спойлернуть.
того, который я уже убивал. А здесь будет совсем другой. О, и воду восполнил. Ну, вообще отлично. И еда, если что, внизу есть, если нас тут побьют. Он сидит. Ну здравствуй. Хрена себе. Окей. Иди сюда. Ты дурак. Сюда иди. Какой же ты медленный, но. Смотри, стоит, не идет. Ну, может, сюда тогда придешь? Не, он слишком долго, короче, все это делает. Вот чтобы он тогда сюда сатаковал, что ли, не знаю. Он такой тормоз, реально. Не крут с тобой. Он сам такой наступил, когда можно было этого не делать. Пока. Ну жалко, что его сразу скидывают, а типа не наносят дофига урона. Что он у меня пушку-то выкинул? Что-то я не понял. Ой, огонь. Ой, мама. Я не спешу, куда вы спешите? Я не хочу вас с руки бить, мне лень.
А, я правый стик нажал, это мне перевернули вид. Я уж просто привык, как Dark Souls навестись хотел. И все такое. Не, не поджарил. Почему это его не останавливает, кстати, бег? Ау! Я его добить хочу! Огонь! Ой, потом искать тут всякого. Хотя, наверное, реликвия где-то тут. Что он тут делал на этой огромной кровати? Чувак, мне так тебя жалко. В основном потому, что мужчина. Там еще куда-то можно идти, а тут что? Ну нет, тупик. У меня почти все патроны, кстати, все верны. А что, своего трупа ничего нет? Я вообще его трупа не вижу. Ну ладно. Может, так добавили? Что обычно за боссов краску дают? Да, добавили вот это вот. Но я не буду машину свою портить и красить в эту. Танго, посмотрим, что в той стороне. Но потом обратно вернусь на тросе просто. К сожалению, гонщикам точно не быть, если только в гонках не разрешат давить зрителей. Это ж про меня. Это же моя картинка. Моя фотография. Я в итоге стал гонщиком и стал давить людей. Кровищу. Я видел кровищу. Ох, что-то воспоминание. Мы глянули. О, паньки. Ну-ка. Счет за статую мага с посохом. Еще одна реликвия. Когда снег со льдом растаяли во время великой оттепели, воды стало в избытке. Через несколько месяцев ничего не осталось. Воды теперь так мало. So much water. And then it was gone. Only blood and oil now. Че, все никак не залезть туда, да? Жалко, конечно. Кстати, я тут все нашел. Одну реликвию осталось найти. Ну а тут где-то была. Помните мне.
вот. Все. 100%, да? Е-е-е. Вот бы еще отсюда вниз можно было. Но нельзя, тут труба. Так, могу ли я просто телепортироваться сюда? Да. А что мне там? Патронов чуть-чуть вернуть? Да и все. Наверное, за нефтяной, боезапас, фляга, да, да, всего добавили. И опять у меня спина в крови. Снова было. На секунду показано, что в гараже что-то новое, а потом тут же исчезло. Я не знаю, короче, что-то новое. Так. Го, наверное, по основному квесту маленько проедемся. Или я бы, наверное, сначала на прокачку заехал. Да, и потом в логово. По основному зеленому заданию. Ой-ой-ой, чуть не съехал за старшей дороги. Хотя я вроде не так много очков должен получить. Но все равно лучше, чем перед основным квестом. Всякими сложными заданиями прокачаться чуть-чуть. Пойдем, Макс. Снова сейчас наши уши будут слышит прекрасные звуки с Хейцума. Те за босса дали новую краску, и я ее посмотрел, сказал, что она фигня. Ты где был? Да-да-да, я тоже это чувствовал. Так, дольше режим ярости, урон при атаке ближнего боя, да. Бензич. Пусть больше воды дают. Ну и, наверное, до патронов. В принципе, такие прям улучшения, не то чтобы... Ну, некоторые реально клевые, а некоторые такие, которые, ну, ты думаешь, блин, вот вместо них бы что-нибудь другое, например. Что-нибудь прикольное. Но нет, нет. Обстоять, кстати, откуда я могу доехать до квеста? Или сначала, может, доп квеста доделать? Да, давайте до стены гавни доедем. Перемещение самое ближайшее отсюда. Закладки коллекции можно найти. Вот по карте мне просто туда, но мне кажется, что я туда не доеду не по дороге. Что поеду по дороге. Так, конечно, дольше, но... Может даже какую-нибудь музыку включить, пока мы будем ехать. Вон у нас таксисти играла, пусть дальше играет. Тихонечко на фоне. Эй, чё там такое? А, это те ворота, которые мы вынесли. В машине сзади механик сидит.
сразу чинить, если что надо. Интересно, что успею попасть, нет? В ушку. Да, попал. За квест, наверное, с захватом вот этой базы связан. О, ты посмотри-ка, мужик, второй мужик. A warrior comes a walking, maybe to try beating the tar out of Lord Scrotus transfer campus. His pups built this to transport crude. He's got protection though. Fair warning. Some of the pups can bite a mite. I've seen war bucklers in there. Так, слева от главного входа тайный проход. Рядом с тройным красным флагом реликвия пришла. Да, я... Ну, типа, эти надо штуки брать, наверное, прямо перед нападением. Потому что так я, ну, нифига не запоминаю, что там было. В каком-то там лагере. Какой там проход? Ну, я постараюсь забыть, что есть. Может, про этот лагерь я... Да, не забуду. Что тут слева от главного входа? Тайный проход есть. Что это было? Подожди. Он на карте не отмечен никак. О, ничего себе. Вот я первый раз реально увидел. Лома, конечно, немного дали. А может, тут много дадут? Нет, мало. Но повысили уровень и репутацию. Привет, ребят, что делаете? А, тут того я тоже вырубил, я думал, ему больше ударов надо. А он взял и вырубился. Два лома, пожалуйста, да. А я нажал. Неплохо. Сразу же вернули ножик. Поехали дальше.
Как я должен туда залезть? Some kind of billboard. But to get it, I have to go around and find a way into that storm drain. That's in the Dead Barrens, Saint. We have to go around. Dead Barrens Pass is the nearest entry. Ты сейчас издеваешься, да? Нафига я сюда ехал, когда я мог вот тут, ну реально проехать и... Если я все правильно понял, то он об этом и говорит. Что я типа должен там ехать и с той стороны запасти. Но если здесь есть какой-нибудь потайной вход через скалы, а я вот это все объеду, я не прощу этой игре. Напишите, может кто проходил этот квест уже. Я с чё думаю, я успею развернуться, а так может хоть полпути проделаю. Ща вышку с коммуниздю у них по-бырому. Простите, ребята. Но это я забираю с собой. Так, я тут локацию открывал? Нет, это не было. Го, откроем. Давай, чини пока. Вырубил. Так. Угу. Еще лесенку надо будет скидывать. Капкан. А вышел. Все, его не надо там заправлять, ничего. Просто спуск вниз, окей. Полный вперед. Реген мел. Да. Жаль, что эти вышечки не открывал. Так, пугало. Угу. Гонка. Еще одно пугало. Снайпер я уже видел, это я уже открывал. Ё-моё. Старайтесь узнать информацию. Самые страшные места. Да. Ну когда нам придется в этот лагерь сходить. Ну, вроде бы все. Вроде бы я все нашел. Что-то рядом находится. На. Все, можно опускаться вниз. Привет, Дэн, да, опять ночь. Ну, скоро будет день.
Расскажи вкратце, что было, то я был на учебе, не успел к началу. Ну, ничего не было, убили главаря. Занимались всякой ерундой, как обычно. Вот сейчас поедем на основное задание. В принципе, я полностью упакован. Я думаю, до главаря мы успеем. А, я же не... К какому основному заданию? Я доп-квест сделаю сейчас. Надо будет в туннель затащиться за билбордом. Мы как раз туда поехали, и вот. И потом я отвлекся. Опять ночные серии, точно. Ну тут, кстати, ночь довольно светлая, согласитесь. При том, что я яркость, ну, процентов на 10 всего лишь поднимал в самом начале игры, потому что обычно все игры темнят. Вот. Но тут и так ночь довольно яркая. Че с собакеном в этом? На нашей базе, на одной из баз, дрыхнет. В своей лежанке. Клево, когда у меня 3 нитра теперь. Лол. Вот. Можно 3 раза ускоряться. И успевает восстановиться, когда ты, ну, только начал ускоряться, и потом потратил еще 2 раза, и одна ячейка восстанавливаться успевает. Ну-ка, может сократить? Может, ну его нормальную дорогу, может, по ухабам. Давай, 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 давай. Кустик. А, это пыль, я уже думал, у меня двигатель дымится. Приехали. Ого. Прикольно. Привет. Блин, я думал, добивание такое простое, это с заточкой. Жаль, но я с этого заберу заточку. Но по-любому вывалится. Да, вот она. Так, бензочи мне вроде не надо, у меня, по-моему, полный бак. Ну или там совсем чуть потрачено, я залью, конечно, раз уж тут... 5 метров на канистр понести. Ну-ка, сейчас посмотрим, как долго он будет лить. Ну да, 2 капли. И все. Давайте сожжем этот их чертов дом дотла. Ящерка! На... Вкуснятина. Ну, вы поняли, да? Я должен был ящерку покушать. Канистр уж не пришлось целиться особо. Не было времени. Некогда было объяснять. Поехали. Приехали. This might be it. Но, наверное, лучше на машине, да, туда въезжать. Или тут какой-нибудь
Спуск через лестницы. Непрочная машину давай. Нет, он не выйдет. Ну почему ты не можешь выехать назад? Ну серьезно, ну просто дай назад. Эх, на это сводишь, спасибо. Спасибо. Да, сходство есть. Но он, в принципе, и в третьей части с бородякой был. Ой, не успел. Но этот-то всего лишь один был. Впереди, я думаю, тут в туннелях их целая семья. Эх, ну пойдемте. Это я. Простите. Ой, чё ж ты так долго замахивался? Яростное добивание. Куда уж яростней? Чертовой палкой прям по фейсу. Че? Блин, ты можешь открыть ящик? Палку кидает, поднимает. Я на чат смотрю, не вижу, думаю, что он не может его никак открыть. Да, черт подери. Да, да, я с тобой согласен. Ну, типа, лицо Мел Гибсона из 80-х, мне кажется, не так дорого стоило бы для них. Поэтому не стоит все прыгать. Ну вот правда, в чем реально была проблема просто взять и сделать лицо типа Мела Гибсона? Он уже старенький, подзаработал бы лишних бабосиков. Мы посмотрели, как он тут гоняет. И тоже были бы именно облики, не какие-то рандомные, а те, которые у него в фильмах были. И с бородой, там, без бороды. Я бы реально был бы... Может, знаете, может быть, в DLC выпустят. Типа вот оригинальное лицо, типа... Mad Max'а, пожалуйста, там, 60 рублей, например. Ну, или сколько там, 200. Вот это вот может быть, кстати. Хотя ни разу до этого не видел такого, что были такие DLC. Чё он там? Мафак! Сегодня я на дежурстве. Мафак! Гангстер рэпника. Все.
Мэла Гибсона США не любят, но это уже давно его не любят. Но тут-то прикол в том, что игра бы реально больше продавалась. Реально. Во всем мире бы точно продавалась больше. За счет того, что люди бы такие, ну вот старперы, как я, такие: «А, Мэл Гибсон! Круто, круто! Помню, 80-х зажигал, да, конечно, да. Куплю, куплю игру, конечно, да». И все. Покупаешь в итоге игру и бегаешь за Мэла Гибсона. Я думаю, диалоги бы получше были сделаны. Ну, типа, можно было даже не его голос взять. Кто там помнит, как он в 80-х разговаривал? Да никто. Плюс, ну, лицо, анимация была бы явно круче. Ого. Сейчас мы видим ее. Машинка подъедет, мы ее прицепим и поедем. Каман. Все. Ну там еще два лома сзади осталось, но. Эх. Так нет. Не, Мэл сам не захотел. Я об этом слышал, что типа хотели, но он типа отказался. Ну, с Харди бы тоже, да, но тут все-таки, видите, они больше полагаются на ностальгию. Да, в первом фильме он вообще почти весь фильм промолчал. Во втором хоть что-то говорил, в основном потому, что от него люди что-то хотели. Так, вот видите, как раз Мел Гибсон. Сложный стрельный генерал по майке. Нет, это я не хочу. Го, наверное. Я тут вроде ничего не тратил такого особо крутого. Го вот на этот доп-квест. Да, и поедем мы от Красноглазки. Просто ходил бы такой: «Я Мэл Гибсон, я снимался в «Безумном Максе». Хорош. Можно построить арсенал. Где? Я такой, да, вообще любитель баночек. Чё тут? Собирать команду на этой территории. Вот это было бы неплохо сделать. Но это я все потом, наверное. Потом. Лом я вам не понесу, пошли вы. Таскаешь ломом туда-сюда, таскаешь, таскаешь в итоге. Никто это не ценит толком. Ну и просто как бы тратишь лома много. Вон арсенал. А исход для тебя и не так хорош. Встретишься. Теперь мне должны патронов дать и ножей. Большая услуга Красноглазки. Achievement. Хорошо. Так. Нет, тут только пешком. Сейчас посмотрим, что у нас по основному квесту там вообще происходит. А, не-не-не, доп еще один надо сделать. И потом нас в следующей уже серии, но для Ютуба. Да, все, поехали. Ради Мэла Гибсона. Я не знаю, зачем просто, видимо. Фура старая. Можно было вообще мозг фанатам сломать, взять лицо Мэла Гибсона, чтобы Том Харди озвучил Макса.
Это, кстати, не был, тоже не открывал. Но что мы скажем воздушному шару? Не сегодня. Первый раз вообще тут еду. Чувак, я надеюсь, никто не спалит твою стелс-позицию. И как же тебе повезло, что ты вообще жив. Ой-ой. Ой-ой. Кажется, еще задавит. Очень близко. Уже рядом с тобой. Ну-ка, посмотри. Живучий? Живучий парень. You ever find yourself against Pig and Sticker, local bad boy and all around bunghole, I'd shoot the shit out of him. Just saying. Справа тайный проход. Ну, на той локации был слева, тут справа. Где моя машина? Вот она. Пошел отсюда. Привет. Здрасте. Да вы чё, ребят, больные что ли, я не понимаю. Покинуть транспорт! Да блин, я на их машине пойду таранить все. Мало топлива, да пофиг, она мне не нужна. Я психованный! А если бы я прям в них влетел? Было бы, конечно, топово. Но я не влетел. Это просто забил. Дыш-быш-пум, все, пипец, короче. Каждого говоря, синькальная краска. Тут реально безумие. Такие ситуации игра генерит. Так, давай все сделаем аккуратненько. А, то, что я, кстати, уже разрушил, оно типа считается разрушенным. Хорошо. Пошел вон. Открывай, сова! Медведь пришел. Открывай, давай. Вау! Фух! Чуть не влетел. Прижали, ублюдки! Быстрее над ворота! Ворота взрывай! Чё, серьезно? Я вам за это отомщу. Да у них даже броня не снимается.
Все, готово ехать? Давай. Красиво вошел. Ну, быстрей! Не, ворот все еще не всору. Ах. Да... Охренеть просто, вы что делаете? Мам, я без of the box, меня обижают. Все, попробуйте что-нибудь сделать теперь. Уроды. Самую жопу мира, блин. Давай сюда свой тыкалку. Привет. Ребят, привет, сын, кто пришел. Мать, это ж ваши ублюдки. God damn it, я тоже об этом говорю. Там за мою машину. Вам за машину, вам за мою. Можем выстрелить последний раз в ворота и сломать. Пожалуйста. Я больше ничего не прошу. Спасибо. Въедем с жопой. Не сможем зайти в локацию. Ну все, ну все. Все, я сошел с ума. Теперь я просто с прогиба их всех перевоткнул. Че, все? Успокоились? И двери ваши все взорву. Там, кстати, что-то есть, походу. Просто потому, что я могу! Даже не упало. Так, сначала смотрим, что тут. Тут, блин, наверх можно подняться. И там в какую-то щель можно было пролезть. А, ну это, походу, я как раз по квесту пошел. Ладно, вернусь сейчас назад. Так, ну-ка. А, я тут мог зайти, окей. Ого. Странно, но по-моему там только что было написано добивание заточки чувака, который вообще в километре от меня находился. Немного странно. И так будет с каждым.
Горлом то, горлом все, пошел нафиг. А, вот этот чувак со щитом не пошел, нафиг, он крутой. Ой, первый раз такую добивку вижу. Да ё-моё! Да вы чё, блин, опухли что совсем? По-моему, база со сложностью 5 из 5. Так, вот этого надо оружие захватить. Но, блин, бьют меня совсем другие в итоге. О, вот этот с оружием, бей меня, давай. Да не ты, вот. Ну ты серьезно? Вот, ну давай. Да не ты! Чувак с оружием, вы что, глухие что ли? Пусть он меня бьет. Давай. Тут ходит что-то, тупит. Наконец-то. Спасибо за подписку. В смысле, написано было разбивание щита. Напишите, кто согнулся. Райф 1897, спасибо огромное. Добро пожаловать. Горлана может застрелить, нет, нельзя. Ну, я нажимаю на разбивание щита. О! Но что-то как-то это не очень помогло, да? Мог бы с первого раза его разбивать. Так-то. Разбей щит! Один бьет, второй тут же бьет. Попробуй, блин, увернись от этих атак. Ах, какая? Седьмая смерть, по-моему. Всех убил, двое осталось. ХП не хватило. Один атакует, и тут же второй. Ты нажимаешь на крест, чтобы он разбил щит, он стоит, тупит и ловит урон в спину. Нет.
Я бы реально охренел, если кто-то так убил человека, которого я знаю. Просто бы убежал. Чтоб со мной такого не произошло. Эти воюют. По-моему, меня зажали немножко. Разбейщик. Садомазеры какие-то, блин. Скорее. Не, не успею. Успел? Ломай. Да-да, трак бабах. Это победа должна быть. Уж не знаю, что должно произойти, чтобы это была не победа. Он все еще жив. Сдохни ты уже, ну. Ну посмотри, что у него за трусы, блин. Ну это же просто забей. Садомайзеры, самые настоящие. Mad Max валит армию садомайзеров. Да, выстрел не останавливает врага. Логично очень. Я, кстати, сейчас умру. Элитное общество бойцов в стрингах. О, иди сюда. Все, без щита-то ты ничего же сделать не можешь больше. Зато так ноги проветриваются. Ну да, да. Конец этот закончился. О, я святой по неволе. Круто. Че там? Хватали. Больше патронов могу носить. Патронаж это хорошо, это прям очень клево. О, новая внешность. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Fashion Max. Что это за дерьмо? Что это? Зачем эти трусы ты на голову? Нет, нет, нет. Но. Новенькая. Ну, я ж переодел. Понимаешь, что такое, конечно, было, но... Все, я используется, да? Жму назад. О, все. Так. Семейники обернул. Короче, связал себе тряпку на голову. И рад. И зачем сюда подъем? Если сейчас тут воды не будет или хотя бы еды, то я думаю, что я умру. Спасибо. Ух ты, эмблема, прикольно. Молчим о количестве полигончиков на вентиле. Так, ну все, путь открыт. Что там у нас по времени-то? Может, серию завершим?
чтобы люди не мучились по 3 часа, не смотрели серии. Потому что под той 3-часовой серией там одни комментарии типа: «Господи, 3 часа, мы этого не вынесем. Мы забудем, где мы остановились в прошлый раз», и все такое. Потому что команду тайм давно никто не кидал, я просил каждый час вас примерно мне сообщать. Ну, уже 1:14. Спасибо за оперативность, ребят. Так, пятачок, вряд ли эта записка до тебя дойдет. Цензор не дремлет, но я должен попытаться. Это мой единственный шанс открыть тебе свои чувства на тот случай, если я уже не вернусь. Я люблю тебя, люблю еще 7 класса, я тебя обожаю, боготворю. Я вашей цензуры не боюсь, гнида агентурная. Я люблю тебя, пятачок. Если вернусь живым, я придумаю, как нам с тобой быть вместе, если ты меня не отвергнешь, Робин. Да, давайте тогда для Ютуба серию закончим. Увидимся в следующей. Дойдем до конца этой миссии. Потом там будет основной сюжет. Слушайте, у меня прикольная перчатка. Вот бы она еще не мылилась вблизи. Вот, с вами был Джек. Увидимся, счастливо.